Основные, конечно, профессии, которые будут востребованы, если в целом разрезе Дальнего Востока, то это, ну, наверное, растениеводство, да, сельское хозяйство, аквакультура, судостроение. Большое количество, конечно, большее количество потребуется, это рабочих специальностей, не секрет, да, это те же самые сварщики, фрезеровщики, токари. И одна из задач агентства, агентство выполняет государственную задачу по обеспечению экономики Республики и Дальневосточного федерального округа кадрами, это в том числе и популяризация рабочих профессий, продвижение. Не секрет, что вот сегодняшнее поколение молодежи, это будет действительно это рабочее новое поколение, которое по-другому относится к рабочим обязанностям и к рабочему процессу, они более креативны. Им требуются другие условия, они предъявляют повышенные требования к своему рабочему месту. Это в том числе и задача агентства обеспечить вот эти новые условия труда за счет внедрения передовых методов подготовки персонала. У нас проект, мы видим, горизонт планирован до 2025 года. Приоритетное право в получении новых рабочих мест остается за коренными жителями, да, за жителями республики прежде всего. Более того, сегодня на совещании мы обсудили, что необходимо усилить работу профориентационную, работу по подготовке, да, в том числе взрослых работников. Если есть потребность, скажем, получить новых квалификационных знаний, опыте, то мы должны здесь, в республике, готовить. И у нас есть хорошее для этого основание, есть Мирнинский технический колледж. Да? Есть ряд учебных заведений, где прекрасно готовят и переобучают. Итак, первая задача, чтобы жители республики действительно нашли себя в новой роли. Вторая задача – это жители других субъектов Дальневосточного федерального округа. Но принципиально это задача удержания и закрепления населения, и в том числе привлечения новых жителей. Это было, остается задачей агентства. Сегодня состоялось подписание соглашения с компанией «Алроса». Не буду, наверное, раскрывать те планы, которые есть. У них тоже там достаточно большие потребности, но связаны прежде всего с увольнением работников по причине выхода на пенсию. С «Алросой» уже понятный план есть. Есть еще ряд других якутских предприятий, с кем мы сейчас структурируем само техническое задание, уточняем цифры, но вот порядок цифр будет, наверное, известен в течение нескольких дней.